Мы вложили много труда в систему трансферов. Мы работаем над ней уже давно, и она, возможно, является одним из самых важных факторов, привлекающих аудиторию к режиму карьеры. В прошлом году система работала так. У игроков была определенная рыночная стоимость, и управляемые компьютером менеджеры просто сравнивали ее с предлагаемой ценой. И если цена соответствовала этой стоимости, они с большей вероятностью соглашались. Они никогда не думали, насколько этот игрок важен для моей команды, и в FIFA 13 мы решили улучшить искусственный интеллект менеджеров, чтобы они начали задаваться этим вопросом и выдвигать встречные предложения с более высокими суммами. Мы обсуждали идею рыночной стоимости, но в конце концов поняли, что все дело в субъективном восприятии. Насколько этот футболист ценен для продающего либо покупающего клуба в зависимости от того, как он играет. Мы также добавили классные новые возможности, о которых нас давно просили. Например, возможность сделать встречные предложения, а также предлагать игрока вместе с доплатой некоторой денежной суммы. В общем, система трансферов теперь стала гораздо более детализированной. Я привел лишь некоторые примеры.